понедельник в Иваново приедет Михаил Прохоров, бывший кандидат в президенты, ныне лидер партии «Гражданская платформа». Политик посетит город невест в рамках предвыборной кампании и продемонстрирует ее мобиль. Любопытно, что буквально в течение последней недели разгорелся скандал вокруг кандидата в депутаты от «Гражданской платформы» Дмитрия Сиганова. Банкам ивановский предприниматель должен более миллиарда рублей. Главный судебный пристав области Николай Горбушин считает, что в подобных действиях несложно рассмотреть признаки состава преступления, а именно мошенничество в особо крупных размерах. Любопытно, в какой формулировке данная информация дойдет до Михаила Прохорова, ведь он очень трепетно относится к выбору соратников. Основной нашей задачей – это привести новое политическое поколение, но возможные как раз альянсы. Поэтому мы рассматриваем каждый случай индивидуально. Это, кстати, еще один дополнительный плюс к тому, что мы не хотим делать партию массовой в части членов партии. Вот у нас сейчас 641 член партии. Мы все лично знаем каждого человека.